Привет, дорогие друзья! Я сегодня решил записать ролик по Clash of Clans, и надеюсь, он вам понравится. Досмотрите его до конца. И вы меня часто спрашиваете, почему не снимаешь, почему не играешь? Да потому что я не знаю, что здесь вам интересно снимать, и я вам говорил, что буду снимать, когда появится какая-то, возможно, идея, либо желание. Сегодня идея такая появилась, я надеюсь, что она зайдет, потому что я подобное уже делал 2 месяца назад с Clash Royale, и мы собрали 130 тысяч просмотров, почти 10 тысяч лайков, и в связи с тем, что последнее время у всех актив упал, это достаточно хороший результат получился, и я решил поэкспериментировать и сделать подобную тему с Clash of Clans. Но прежде чем мы перейдем к теме ролика, ребята, для начала я хочу прорекламировать свой клан. Ну, вступайте, я редко снимаю ролики, а сокланы активно играют в КВшках. Вот хэштег, название. В общем, читайте шапочку, заходите. Ну, буду ждать. Вот. Так, ребят, кто не в курсе, что было в первой части? В первой части я покупал аккаунты на Clash Service для Clash Royale в надежде найти там какие-то интересные плюшки, возможно, золото с гемами аккаунт. Причем я покупал не сильно дорогие аккаунты, но в этот раз я хочу купить 10 аккаунтов в Clash of Clans и проверить, что будет там. Возможно, даже заодно и продолжим снимать какие-то ролики, может быть какой-то интересный аккаунт, и возможно и стримы будут. Короче, ребят, если ролик соберет очень много лайков, там 10 тысяч лайков, возможно, в этом месяце или в следующем я проведу стрим по Clash of Clans. Посмотрим, сколько соберет просмотров, сколько лайков ролик. Если дохера, значит вам интересно. Итак, какие аккаунты? Ну, если 10 аккаунтов покупать, то, естественно, надо покупать бюджетные. Так, а что у нас вообще здесь есть? 8, 9, 10, 11, даже 12 есть ТХ. Ну, давайте посмотрим. У меня просто 9 ратуша на основном аккаунте, и я даже на десятке никогда не играл. Может быть, слушайте, вместо 10 аккаунтов я куплю какой-то 1 на 12 таунхолл. Не знаю, посмотрим сейчас. Но, опять же, если вы хотите, чтобы я купил 10 аккаунтов, то пишите в комментариях. Возможно, в следующем ролике куплю 10. Но для начала посмотрим, что тут за двенашки есть. Так, давайте посмотрим. Самая бюджетная двенашка у нас 7770. 7770, блин, конечно. Ну, я не знаю, дорого это или нет для Clash of Clans. Но вообще, если так рассуждать, то прокачиваться в Clash of Clans сложно. Поэтому я думаю, что это нормальная цена. Хотя, опять же, сейчас из-за того, что актуальность Clash of Clans упала, поэтому не знаю, какие цены нормальные. Так, 7700, в принципе, оставим. Пускай будет, возможно, этот и куплю. Так, какой самый дорогой? Давайте посмотрим самый дорогой. Что тут? Как будет отличие между самым дешевым и самым дорогим? Значит, Титановая Лига здесь, а здесь Чемпион Лига, но здесь забор получше. Смотрите, фу, тут забор, у меня даже на 9-м таунхолле. Нет, самый дешевый я не буду покупать. Так, значит, ну, тут забор получше. Сколько он стоит, этот аккаунт? Сколько? 20к. Ладно, давайте что-то подешевле поищем. Ну, вот 18, намного дешевле на косарь. Ну, ладно, на косарь, но надеюсь, что прокачка не сильно будет отличаться. Да, тут забор практически такой же. Есть, конечно, не накачанный, но он немножечко дешевле. 180 уровень, 12 таунхолл. Слушайте, ну для первого раза давайте проверим, купим вот этот 12 таунхолл. Значит, сколько он стоит? Сколько он стоит? Где цена? 18999. Все, сейчас балансик пополним. Где-то тут плюсик. Нажимаем, сейчас пополним балансик и приобретем этот аккаунт. Так, все, готово. На моем балансе нужная сумма есть. Переходим во вкладку «Купить аккаунт». Нажимаем «Купить». Связь с вами, бля, ВК надо. Так, вот мой ВК. Промокод. Промокода у меня нет. Итого, да, окей. Покупаем. Аккаунт успешно приобретен. А, ой, Supercell ID. Все, так, я сейчас буду вводить, короче. И как зайду, включу запись с игры. Так, на почту я вошел, Supercell ID код пришел, все, я ввел, захожу в игру и смотрим, вот он, 12-й таунхолл, друзья, я буду радоваться как ребенок, потому что, блин, я никогда не играл на такой деревне, охереть, просто вся карта занята строениями, блин, как можно играть на такой дичи просто, посмотрите, сколько всего здесь, охренеть, я, наверное, как бомж, да, комментирую. Так, что у нас тут, в общем-то, по прокачке? Прокачка у нас тут неплохая, но не фуловая, значит, был в легендарной лиге, сейчас в титановой. Также тут, походу, есть домик, как его, строителя, да. Я, честно, уже не помню, что тут нормально, что тут нет, я так понимаю, все юниты, а какой домик 8, а максимальный какой, а, так, я понял, максимальный. Ну, в общем, ничего необычного, да, по скринам вроде все сходится. Вот, значит, что у нас тут? Клан 14, а, Тащер Стим. Я забыл сказать, ребята, что я покупал аккаунт на сайте у Тащерки, и видите, мне посчастливилось, я еще в его клане оказался. Тащер Стим, блин, охренеть тут игроки, 5600 кубки, охренеть. Просто я же тут сольюсь сейчас нафиг. Так я еще и глава, блядь. Я хозяин теперь этого клана. Вы понимаете?
Ха-ха, ну, всем привет. Привет, черти. Может, они думают, что это тащерка? Оба. Всем привет, черти. Я же могу кикнуть кого угодно. Ахаха, да надо, бля, ха-ха. Ты кто? А чё они такие жесткие, блин? Папка ваш, блин, кто? Папка ваш. Вы чё такие агрессивные додики? Да раз главу дай мне. Ростислав, ща я тебе выдам главу. Так, сейчас. Ты точно хочешь стать другом? Нет, я не хочу стать другом. Ростислав, сейчас, подожди, где ты, Ростислав? Надо тебя найти. Сейчас, главу тебе дать, да? Вот, как тебе такая глава? Опа. Кому еще главу? Кому еще главу? Кому еще главу? Так, а что тут еще есть? Я уже забыл, что куда нажимать. Так, где? Блин, он обратно вступил. Так, у них тут война. Слушайте, я давно не воевал, а, как говорится, скилл не пропьешь. Сейчас сделаем армию подходящую. Так, что у меня тут за армия? Клан подрезали главу на место. Ростислава вернули. Так, надо... Я не понял, а кто вернул? Какой-то пидор у власти. Так. Атакуем всех на КВ. Атакуем всех на КВ. Чтобы затащили. Затащили. Затащили мне войну. Войну. А то уволю всех к чертовой матери. Ой. Так, окей. Я нападу, наверное, ну, я так, как я тащерка, я глава у тащерки. Так, я, значит, нападу на самого крутого. Для начала выманим клан Кастл. Где тут клан Кастл? Так, выманиваем оттуда юнитов. Так, как их выманить-то, ёптить. Чем их выманивает в основном? Блин. Чем? Вот шариком выманивает, да? Шариком. У меня тут уже была армия сварена, я не знаю. Так, давайте, выманиваем клан Кастл. Надо для начала выманить. Вылетай, клан Кастл. Окей, что-то не выманивается. Значит, окей, запускаем всех вот так вот. Всех. Блин, офигеть, вот это прокачка, блин. Я играл только на 9-м таунхолле один раз, ребят. Поэтому не судите строго. Про такую, конечно, как топ, но могу немножко затупить. Самое главное это хилить персов, чтобы не проиграть. Ну, мне надо трешку как минимум взять, чтобы не подвести клан. А чё никто не смотрит? А, нет, 13 наблюдателей, я думаю. 13 наблюдателей смотрят за моей шикарной атакой. Надо подхилить юнитов. Так, они вообще хоть живы там, нет? А где вышибалы? А, вот, вышибалы. Надо им немножко рейджа дать. Тихо, прожимаем короля. 32 уровень, королева 50-50, охренеть просто. А я королеву еще не прожимал. Сейчас таунхолл снесем, смотрите. Так я еще нихера себе атакую, я думаю, что тут трешечку возьму. Я атакую 12-й таунхолл впервые в жизни, блин. Блин, я думаю, что мне надо возвращаться в Clash of Clans, пилить тактики, потому что я создан для того, чтобы атаковать в клановых войнах. Тем более, видите, никогда не атаковал 12-й ратуши, а вот смотрите, как сношу. Вот, я думаю, что... На трешку бы я на изи снес, если бы была прокачка получше. Нифига забор, сколько я спал, почему забор какой-то... Я его даже не видел, такой забор никогда. Нифига там бомбы. Так, надо прожимать сейчас королеву. А, королеву хилят же, ё-моё, я же хилок выпустил. Все прекрасно, 44% уже снесли. Слушайте, так королева бессмертная под хилками вообще. Я помню тут, я вот орел помню, когда играл, я помню, ввели вот этого орла. Больше я ничего не помню, вот эту статую помню, тоже снимал фан-атаку с ним. Так, куда ты пошла? Куда королева идет? Тихо, прожимаем, она уходит в стелс, по ней же не попадает. Блин, она сейчас взорвется. 46%, да иди атакуй-то. А, таунхолл мы снесли, надо набить проценты. Давай, хиль. Уходи, дура, уходи. Уходи, тебя же убьют сейчас, давай. Смотрите, сейчас 50%, 48%. Давай. 49%, да ну нах, 49%. Я почти на две короны снес его, че вы ржете? Все. А че, все, да? Все. Ну, 49%. 49%, вы видели, да? Атакуйте, давайте. Иди с клана. Меня этот Ростислав немножечко бесит. Надо его... Блин, я не пойму, кто его принял. Надо тут всех понизить, короче. Наверное, я вас сюда приму, ребята. Нубы какие-то, блин. Нифига у них тут пожертвований по 10к. Так, сейчас я сварю свою армию и сделаю вторую атаку. Надеюсь, покруче. Так, я тут создавал пока армию. Я не могу просто перестать переписываться с чатом. Охренеть, во-первых, какой актив. А во-вторых, какой неадекватный тут актив. Это просто жесть. Вы посмотрите, что они пишут. Я
Я в шоке, я просто в шоке. Тут же можно всех перебанить. Я, короче, чувствую, что я рожден, чтобы играть славой, поэтому следующая атака будет на топ. Так, кого еще не атаковали? Давайте, вот этого, все, понеслась. Атакуем, я даже без клан... Я без героев? А, ладно, все, похер, сейчас вот... Так, что это? А что это такое? Разрушитель стен пуст. Что такое разрушитель стен? Так, ну я понял, разрушаю стены. Так, я там помню, надо на ПВО всех выбрасывать сразу, чтобы уничтожать. Все, полетели шары. Хренеть, какие они прокачанные. Ну я сейчас на изи вообще, надо атаковать там, где таунхолл, чтобы сразу снести на корону одну. Так, фризим, все тут фризим. Блин, запускаем вот этот разрушитель стен. Латаем это все двойным рейджем. Стелим дорожку. Куда? Давай. А что разрушитель стен? А что он сдох? Он даже не разрушил ничего, охренеть. Так, ну, пока что нормально атакую, да? Слушайте, да я не зря купил 12 таунхолл. Мне даже не надо обратно... Ну, то есть, когда я играл на девятке, то есть, я там обучался, я там смотрел какие-то тактики. Тут никакой тактики не надо. Все, просто вот купил себе 12 таунхолл, создал армию, пришел, победил. Все, смотрите, 50%. 50% вообще на изи, блин. Такое ощущение, что всю жизнь играл на 12-м таунхолле. Блин, и что мне теперь, ждать вот это, пока вот эти мухи будут добивать вот эти проценты? Не хочу я ничего ждать, я 50% снес, этого будет более чем достаточно. 54, плюс я получил бонус. Охренеть, еще я и глава клана, блин. Слушайте, мне прям реально появился интерес поиграть в Clash of Clans. Конечно, когда играешь на фуловом аккаунте, не понимаешь, что нужно делать, что нужно прокачивать. Душный вареник, капец тут ники, я офигею, блин, у тащерки, конечно, армия мощная, да. 14 уровень, я думал, что мой 5 уровень в клане, это уже Эверест, а тут еще и 14, сколько тут вообще всего уровней-то? Слушайте, они неплохо клановые войны, наверное, играют, да? Вот это будет первая война, которую они проиграют. Я, короче, не знаю, придется мне вернуть главу этого клана или нет, вот, но... Блин, я, честно, доволен покупкой. Я даже рад, что купил не 10 аккаунтов, а один. Но зато какой один? Короче, друзья, если наберем на этом ролике больше, чем 10 тысяч лайков, я запишу вторую часть и, возможно, продолжу снимать какие-то ролики по Clash of Clans. Вот, буду, возможно, изучать тактики, потому что вы видите, что играю я неплохо. Да, вообще, двенашки вот так вот на изи. Если хотите какие-то там платные уроки от меня, то пишите мне в ВК или в директ в Инстаграме. Научу играть. Ну, естественно, курсы по атакам по КВ будут платными. Вот, но если вы пройдете весь курс у меня, да, то, конечно же, вы будете играть так же, как и я, нормально. Вот, ну клан, конечно, вообще шикарный. Я давно мечтал о таком клане, сейчас буду с ними общаться. На этом я буду ролик завершать. Обязательно подписывайтесь на канал, следите за всеми новостями. И я забыл же сказать самое главное, ребята. Если вы захотите тоже купить себе какой-то аккаунт, ссылочку на сайт я оставлю в описании. Сайт проверенный, я уже неоднократно здесь покупал, тем более это сайт Тащерки. Я думаю, Тащерку вы все знаете, поэтому никаких сомнений, что на этом сайте вас не обманут, у вас не будет. Ссылочку оставлю в описании. Блин, крутые аккаунты тут. Если что, покупайте. Все, на этом буду прощаться. Спасибо вам всем за просмотр. Желаю вам всем удачи. До новых встреч. Скоро увидимся. Пока.